как раз оказался, наверное, тем наблюдателем, который довольно четко и активно следил за происходящим, что происходит в городе Чебоксары, да и вообще в Чувашской республике. Дело в том, что я 27 лет назад приехал сюда из Москвы, возглавил вот эту клинику, которую в свое время создал Святослав Николаевич Федоров. Это был 1992 год. Здесь были неплохие дороги в тот период. Город по тем меркам, даже по тем меркам, он уже был выделялся среди других городов, которые находились в Поволжье. Вы знаете, почему все же Святослав Николаевич обосновал эту клинику именно здесь, именно в Чебоксарах? Ему тоже понравился этот город, сделал первую операцию по имплантации искусственного хрусталика здесь, Петровой Лени, девочке 12 лет, и она прозрела, стала видеть. А потом уже в честь этого события он, конечно, поставил первую клинику в Поволжье, а затем уже 12 клиник по всей России. Город развивался, развивается, он будет активно развиваться, потому что здесь созданы все условия для этого. Во-первых, город располагается на берегу красивой реки Волги. Это раз. Волга сама по себе украшает. И самое главное, украшают здесь люди, которые приезжают сюда. Мы оперируем 26 тысяч операций в год. Естественно, они приезжают с разных регионов России. В прошлом году, за 2018 год, значит, люди приезжали с 77 регионов России. Можете себе представить. И, вы знаете, они все отмечают положительное здесь. Во-первых, не только в пределах вот этой клиники само, но и в пределах города. Город сам по себе очень красивый, уютный, он зеленый. Ну и самое главное, я скажу вам, что же здесь больше всех украшает, конечно, сами люди. Они отличаются своей красотой, умением и, самое главное, трудолюбием. Я могу четко сказать, дорогие сограждане, живите здесь, работайте. Здесь много положительных таких моментов, о которых можно говорить. Здесь есть хороший медицинский сервис, я вам точно говорю, потому что здесь в медицине работают люди, как раз вот люди, которые именно с таким характером должны работать люди, потому что они очень мягкие, доброжелательные. И клиники есть, в которые можно приезжать, лечиться. Каждый из этих клиник достойна того, чтобы здесь, в принципе, ими гордиться. У меня родные живут в Москве, в Мордовии, в Казани. Вот этот треугольник, а я в середине. Поэтому я как раз и концентрирую как раз внимание моих родственников, друзей. Здесь у меня очень много друзей, с которыми я очень дружу. Я уже многих полюбил. И мне не хочется отсюда уезжать.